Уважаемые спикеры, просьба занять свои места в президиуме. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на стенде Свердловской области. Сегодня у нас очень интересная тема и замечательные спикеры, среди которых даже есть академик Российской академии художеств Семенова Виктория Викторовна. Она вот скоро подойдет, уже подъехала. А я, если позволите, напомню вам основные доклады, которые сегодня прозвучат, поскольку выпала мне честь быть модератором сегодняшнего собрания. Вот первый доклад мой. Геометрический метод ординации сложной планировочной структуры площади первой пятилетки в творчестве архитектора Моисея Вениаминовича Рейшера. Второй доклад вот как раз будет Виктории Викторовны Семеновой, она директор департамента и главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа. Тема развития градостроительного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Третий доклад – динамические процессы в архитектуре Екатеринбурга конца 19-го, начала 20 века. Докладчик Шипицына Ольга Александровна, кандидат архитектуры, профессор кафедры теории и истории архитектуры и искусств Уральского государственного архитектурно-художественного университета. И четвертый доклад – исследование трансформации застройки территории Екатеринбургского завода от основания завода к историческому скверу. Докладчик Елизарова Бурлакова Надежда Николаевна. Куратор, а я ее называю руководителем, лаборатории архитектурного наследия, помощник директора по научной работе и международной деятельности нашего Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Я думаю, что вот эти четыре доклада, они полностью соответствуют названию нашей сессии «Город, прошлое, настоящее, будущее». И мы попробуем действительно еще раз поразмышлять, пообсуждать вместе с вами, как же возможно из прошлого, которое иногда стирает полностью информацию о том, что, кто, когда думал о городе, как он планировал его развивать, какие мысли были у архитекторов и градостроителей, вот сейчас, в наше время, думать, как же город Екатеринбург развивать, и в основном, и не только Екатеринбург, но и многие другие города, у которых есть, и даже те, у которых нет, очень глубокого такого исторического прошлого. Поэтому готовьте свои вопросы ко всем спикерам. У нас, видимо, регламент будет такой, что минут 15-20 на, собственно, доклад, и затем какая-то небольшая дискуссия все-таки должна развернуться по каждой теме. Пользуясь форматом нашего сегодняшнего собрания, я считаю, что здесь уместны будут любые вопросы, потому что доклады есть как исследовательского характера, так и очень информативные, которые позволяют развернуть, так сказать, вопрос и вширь, и вглубь. Вот как раз Виктория Викторовна подъехала. Виктория Викторовна, можно вас попросить занять или место в зале, если вы хотите? Вот на самом деле здесь для вас подготовлено место с микрофоном вместе, да-да-да. Давайте поприветствуем Викторию Викторовну.
академик Российской академии художеств. Спасибо. Ну вот, поскольку первому мне выступать, чтобы не делать долгих перерывов, я хочу обратить ваше внимание, что трудами коллектива нашего музея архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Николая Семеновича Алферова выпущен прекрасный каталог, который называется «Моисей Рейшер». 120 лет Моисею Рейшеру мы отмечали в прошлом году. И вот что? Не понял. А, 145, извиняюсь, да-да-да. 145 лет. Но потребовался еще год для того, чтобы все материалы привести в порядок и выпустить вот такой замечательный каталог, который для нас с этого момента станет определенным образцом для подачи творчества других архитекторов. В конце концов, мы хотим вот эти золотые имена собрать по нашему региону, а может быть и шире, взглянем и на Сибирь, и на Дальний Восток, и, может быть, на бывшую губернию Пермскую, для того, чтобы любой, кто захотел бы познакомиться поближе с творчеством выдающихся наших архитекторов, мог это сделать. Ну, а первый этот номер я уже сразу подарю Виктории Викторовне. Да-да-да-да-да. Так что, да, спасибо. Спасибо. И если позволите, то приступлю к докладу. Моисей Вениаминович Рейшер – замечательный архитектор, который отдал много лет созданию образа нашего города. Но появился он у нас в городе, окончив в 1927 году Томский технологический институт по отделению архитектуры, строительный факультет. Чтобы понимать, что это за высшее заведение, достаточно сказать, что 3 года после Рейшера это же учебное заведение закончил Николай Васильевич Никитин, автор и создатель знаменитой Останкинской башни. И оттуда выходили блестящие архитекторы, которых готовили сразу же проектировать промышленные сооружения и селитебные комплексы рядом с крупнейшими заводами, строительство которых намечалось как на Урале, так и в Западной Сибири и на Кузбассе. И надо сказать, что молодое поколение с удовольствием приняло участие в гигантских стройках первых пятилеток. И скоро мы уже будем отмечать столетие начала освоения территории Уральского машиностроительного завода «Уралмаша». И, глядя на площадь первой пятилетки, видим, что до сих пор ансамбль ее не сформировался окончательно. И вот кружочком обозначено то место, где до сих пор нет какой-либо застройки. Я хотел бы вот сегодня с вами порассуждать, как же быть нам в дальнейшем, а может быть, мы найдем какой-то код авторский, ключик к разгадке того, как надо видеть композицию площади и как относиться к этому, когда приступаешь к новому проектированию. Вот мы видим, что вот эта вот часть правее от улицы Орджоникидзе, знаменитая площадь первой пятилетки, имеет такое пятилучие. И центральная часть, это осевая, это улица, которая потом называлась Орджоникидзе, Сталина улица. И правее, несмотря на то, что застройка уже как-то сформировалась, до сих пор остается свободное место. Я вот не вижу, что... Наверное, проще подойти и показать. Вот это вот видно, да? Вот, свободная территория, которая уже не застраивается 95 лет. Несмотря на то, что
Еще в 26-27 году, планируя завод «Уралмаш», здесь вроде бы как было все ясно с застройкой, и были приняты решения. Вот это один из первых вариантов решения генерального плана из таких пятиугольных лепестков, трехлистная композиция. Город находится немножко в стороне от оси главного коридора Уралмаша. Затем постепенно стали появляться новые варианты планировки, предшествующие площади первой пятилетки. И на главную ось Уралмашевского коридора оказался нанизанным еще и Курданер, площади селитивной зоны, которая вела непосредственно на территорию Уралмаша. Вокруг нее сформировались здания завода управления и здание центральной заводской лаборатории проходная. Вот мы видим, что на такой излучине это все происходило, и площади первой пятилетки здесь еще не было. И вот в конце 20-х годов, в 30-м году стали разрабатывать план, генеральный план Большого Свердловска. И разрабатывал этот генеральный план архитектор, под руководством, вернее, архитектора Сигизмунда Домбровского. А в это же время параллельно генеральным планом непосредственно Уралмаша занимался Петр Васильевич Аранский. И вот для того, чтобы эта деятельность была какой-то совместной и создавалась в итоге целостная композиция, судя по воспоминаниям Андрея Михайловича Ликина, который, слава богу, еще, так сказать, здравствует и работал вместе с Аранским, Сигизмунд Домбровский передал Аранскому секрет главной оси города Свердловска. И вот черной линией выделена как раз вот эта вот главная ось города Свердловска, которая должна была обязательно учитываться при начале планирования уже Уралмаша. Но вот представьте себе, это генеральный план 1946 года, уже тогда, когда довольно много жителей находилось в Свердловске. А в 26-м году население всего Свердловска было 135 тысяч. А в 35-м оно выросло до 450 тысяч. Понимаете, да? Вот какие темпы были индустриализации, как быстро прирастала, так сказать, и промышленность, и селитьба, как много надо было вопросов решить. И вот такой роскоши, что запроектировали, да посмотрели, да советы там различные, экспертизы, никто не имел. Строили буквально, так сказать, с колес. Вот. И вот это вот как раз линия, главная ось города. Во-первых, вы посмотрите, как она действительно гармонично разделила город на правую и на левую часть. Поделив вот эту вот территорию Уралмаша, к сожалению, вот не видно, не читаются вот эти красные пятнышки от лазерной линейки. Но вот наверху вы видите такое пятно, как раз под промышленную застройку, по которой и прошла ось, сформировав главный коридор, коридор Уралмаша. И дальше она выходит на территорию селитивной зоны, и как раз вот на месте выхода за пределы территории промзоны Уралмаша и формируется здесь площадь первой пятилетки на базе оси улицы Машиностроителей, которая оказалась четко параллельно проспекту Ленина. Так. И в результате Петр Васильевич Аранский создает вот такую композицию площади первой пятилетки. Это решение всем понравилось, но сразу же хочу обратить ваше внимание, что не все здания вот были построены. И вот как раз то пятно, о котором мы с вами говорили, беленьким осталось, несмотря на то, что было обведено контуром, но так и решение для него и не получилось. Аранский, по воспоминаниям Ликина, писал,
что здесь должно появиться значимое здание, технологии для возведения которого у нас еще не разработаны. И вот этот вот вопрос, он остался зависшим на 95 лет. То есть 95 лет это место не застраивается. Оказалось, что есть еще очень четкая перекличка между объектами, которые находятся на проспекте Ленина и на параллельном ему, так сказать, участке улицы Машиностроителей. И буквально вот там, где есть доминанты по проспекту Ленина высотные, там на противоположной стороне, что называется, имени, то есть улицы Машиностроителей, там наоборот размещаются площадные объекты. И вот видно, как ось, главная ось города перетекает в главную осевую улицу площади первой пятилетки. Вот та звезда, которая здесь нарисовалась, это вот как раз тот смысловой ключ, о котором мы поговорим позже, и который придумал как раз Моисей Рейшер. То есть речь шла о том, что вот на этом пустом участке должна появиться какая-то доминанта, которая собирала бы площадь довольно значительной территории, впоследствии уже обозначившейся как площадь первой пятилетки, где сосредоточено довольно много зданий и планировочная структура, которая достаточно сложная. Но оказалось так, что в 60-м году, к сожалению, Аранский ушел из жизни, и площадь первой пятилетки осталась незавершенной. Тот планировочный элемент, о котором мы говорим, вот это вот место, оно пустое, и ему на смену пришел его друг, действительно друг, Моисей Вениаминович Рейшер, который по приезде в город Свердловск, даже поселен был с ним вместе в одну квартиру на улице Бажова, и они как бы коммуницировали-то достаточно активно вместе с семьями своими. Вот. У них коммуна такая была. Поэтому все задумки Аранского как бы Рейшер знал. Ему, конечно, хотелось бы завершить эту площадь. И не то что площадь, а даже вот застройку центральной части Уралмаша. И появилась вот такая вот таксонометрия, которая, с одной стороны, учитывает уже многое то, что произошло, главные доминанты, вот фонтан, который в свое время выкопал на Субботнике Иосиф Рабачевский, ни с кем не согласовывая, но он занимает очень важное, так сказать, место, этот фонтан. Памятник Орджоникидзе, который чуть пониже фонтана вот здесь располагается, на него сходятся как раз оси улиц, формирующие вот эту вот пятизвездную, пятилучевую, вернее, композицию площади первой пятилетки. И многие здания, которые, кажется, нам четко тут совпадают с генеральным планом, на самом деле чуть-чуть не такие. Я воспринимаю эту аксонометрию как некую фантазию, когда человек, проектирующий ансамбль, он несколько идеализирует его сущность и поэтому старается привести к идеальным каким-то пропорциям и пониманию своему, которому следовал в прочих проектах архитектурных. И, возможно, он применял эти знания и для планировки. И действительно, я попробовал через ординационный анализ, когда мы используем системы крайней и средней пропорции архитектурной, посмотреть, а нет ли уже в планировочной композиции каких-то интересных зацепок и, значит, решений архитектурных, связанных с пропорционированием, но уже градостроительной композиции. Для этого мы перевели вот такой план, то аксонометрическое изображение, да, убрав просто дома как бы сверху, которые мешают воспринять планировочную композицию, и получили вот такой вот чертеж. И на базе этого, значит, чертежа посмотрели, оказывается, есть и не одна, а много схем, которые объясняют, почему здания такие, а не другие, почему они формируются вокруг центральных доминант площади первой пятилетки именно таким образом. Вот показано, что некую полярную такую систему координат
главным фокусом этой полярной системы координат является бассейн перед проходной Уралмаш завода. И вот проведенные через него лучи соединяют угловые части зданий. Странная очень композиция, но тем не менее она есть. И чтобы она была, Рейшер немножко отходит от конкретики, ну, собственно, сооружений, которые уже есть, которые уже были построены в то время. И вот когда мы прошли по контуру этих зданий, они ведь, видите, такого необычного характера, даже для функционализма, это, в общем-то, достаточно изломанная такая причудливая форма плана здания. И оказалось, что вот именно пропорция золотого именно сечения и корня квадратного из золотого сечения здесь доминируют. И вот как раз вот ординация, она в чем и заключается, что все объекты при назначении их линейных размеров подчиняются одной какой-то пропорции или ближайшим производным от этой пропорции. И оказывается, что и заводы управления, и здания лаборатории, они вот, если по кругу пройти, вовнутрь заглянуть, что ли, описываются четко по контуру вот именно этим кодом. То же самое в фасадной композиции. Это дом технической учебы, который сейчас имеет другие пропорции, а вот, значит, у Рейшера он видел это именно так, как некую идеальную композицию. И вот когда мы перенесли, уже зная, что пропорция фи золотого сечения, она доминирует во взгляде Рейшера на формирование гармонии между архитектурой и градостроительной композицией, тогда мы увидели, что все тут не так просто. И вот эта вот система, построенная на продолжение осевой линии, вот мы видим сверху из левого верхнего угла проходит осевая линия. Она захватывает, значит, вершину треугольника на оси проходной завода. Затем, значит, мы видим, этот треугольник обозначает нам ось улицы Ильича и ось улицы Культуры. И вот довольно сложно, как бы тут все закручено, но ясно, если долго разбираться и даже недолго. Вот. И надо сказать, что подобное построение я, например, в градостроительстве встречаю впервые. Но здесь Моисей Рейшер именно достиг гармонии между градостроительной композицией и зданиями, участвующими в создании архитектурного облика площади, только за счет вот одной пропорции фи. Дальше больше. То есть дальше ищется, и мы нашли, значит, основную фигуру, которая в результате как бы объединения всех линий построения, да, находится в центре, является ядром композиционным планировочного градостроительного решения. И вот такая фигура, она звезда и с неким, так сказать, циркулем наверху, во многом напоминает масонские знаки как раз, да? Вы видите, насколько это, так сказать, действительно похоже. И вот итоговая эта вот, значит, форма ядровая, она оказалась вот именно вот такой. Поэтому, на наш взгляд, когда говорить сейчас о том, что же нам прошлое в качестве интеллектуального материала принесло для дальнейшего осмысления при возможных рассуждениях, да, о застройке площади первой пятилетки, мы должны считать, что, на мой взгляд, было бы полезно считать, что вот этот интеллектуальный глубокий потенциал в этой площади есть, и его надо использовать, он вне стилистический, да, использовать при современных подходах и решениях. И если мы будем говорить о той доминанте, с которой все и началось, что вот в этом месте должна бы появиться доминанта, то, на мой взгляд, было бы справедливо, если бы в основе своей планировочной структуры данная доминанта уже имела вот именно вот такой вот знак, который должен сконцентрировать все композиционные находки Моисея Рейшера и в то же время стать формообразующим для объема, который здесь когда-то появится.
Ну и надо сказать, что в итоге могла бы появиться композиция, связывающая три доминанты. Вот в правом верхнем углу это наиболее высокая точка в объемно-пространственной композиции здания завода управления. Центральная вот эта вот точка, через которую лучи проходят, это памятник Орджоникидзе, тоже, так сказать, доминанта площади сейчас смысловая и композиционная тоже. И вот как раз у доминанты, которая могла бы быть здесь, также основная плоскость фасадная могла бы быть развернута и связывала вот эту вот лучевую композицию в единое какое-то целое. То есть они как бы находились по одной оси. Таким образом, мне кажется, что Моисей Рейшер здесь продемонстрировал, во-первых, блестящее знание классической архитектурной композиции и применение ординационных правил не только в объеме зданий и построении фасадов, но и в градостроительной композиции, сумев перенять основные замыслы, которые заложил в площадь первой пятилетки Аранский Петр Васильевич. И очень важно, вот, что я вам хотел подчеркнуть еще, что золотое сечение, оно не было в то время древним приемом. Оно так же, как и многое другое, чем пользовался Рейшер и его, так сказать, близкие по духу архитекторы, оно было новаторским приемом. И если Ле Корбюзье обратил внимание на то, как надо использовать золотое сечение только в 1946 году, то уже в 1935 году, значит, Грибом, нашим отечественным архитектором и ученым, была издана книга «Пропорции в архитектуре». То есть мы на 11 лет раньше даже опубликовали все, но почему-то об этом решили молчать. А для архитекторов-конструктивистов это стало космополитической определенной, так сказать, цифрой, которой можно придерживаться, не глядя на культурный потенциал, так сказать, всего остального. Вот то, о чем я вам хотел сказать и, в общем-то, напомнить, что скоро, в 28-м году, площади первой пятилетки исполнится 100 лет, точно так же, как и подвигу нашего города по строительству Уралмашзавода. Поэтому архитекторам надо быть, так сказать, настороже. Спасибо большое. Если есть вопросы, я хотел бы... Если нет вопросов, тогда мы передаем слово Виктории Викторовне. Раз, два, три. Добрый день, коллеги. Очень здорово, что пригласили, и слава богу, что получилось приехать. В Екатеринбурге я не была 5 или 6 лет. Вот вчера с Викторией Игоревной и Саченко вечером вспоминали, да, когда прошлый раз я была. Город очень сильно изменился. Видно, сколько усилий прикладывает и регион, и администрация города. Это прям читаемо. И очень здорово, очень красиво, мне понравилось, поэтому с удовольствием буду приезжать к вам, если будете приглашать. Вот. В свою очередь, конечно, сейчас я являюсь директором Департамента пространственного развития и архитектуры, главным архитектором Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Вот. Поэтому хотелось бы поговорить о нашем замечательном округе, так как мы все входим, да, в Уральский федеральный округ, то, собственно говоря, мы не просто соседи, да, а мы прям такие настоящие родственники. Поэтому добро пожаловать в Югру. Если можно, поставьте, пожалуйста, коротенький ролик. Thank you.
Будет еще второй ролик, который мы посмотрим чуть попозже, так чтобы было не скучно, немножко неординарно. Я подошла к сегодняшнему нашему диалогу, я бы сказала. Повестка «Город. Прошлое, настоящее и будущее». Развивать можно как угодно, рассказывать, да, об очень многих вещах. Но я бы хотела, вот по основной массе сидит студенты, я так понимаю, да, УРГАХУ, вуза, да. Хотелось бы, чтобы вы понимали значимость того, чему учитесь. Да. Если вся страна сегодня активно строит задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, задачи, которые поставлены Министерством Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, да, в те темпы, которые заданы вообще в стране, то, как мы идем, ничего невозможно, если не будет градостроительства. Точка. Да? И от базы градостроительной, от тех документов, как они сделаны, как они продуманы, да, насколько качественно и насколько перспективно, потому что все-таки вся градостроительная документация, да, документация долгосрочного планирования, 20-летняя, зависит от того, как завтра будет развиваться тот или иной город, там, любой населенный пункт, да, любой муниципалитет, любой регион и в целом, да, в округ, федеральный и любой округ. О том, как мы будем взаимодействовать и то, куда идем. И, конечно, повестку можно было повернуть в очень разные стороны. Вот, был недавно форум в Казани, форум «Ребус», и он был посвящен историческим, да, моментам, историческим городам, историческим центрам и так далее. И если мы говорим о Сибири, то во многих… Это вот одно из направлений, которое я вот думала, что, может быть, об этом надо поговорить. Да, базовая я из Петербурга, и вот полтора года я в Югре. Чего не хватает? Естественно, исторического центра. Ну, тут само собой, да, тут совершенно все понятно и прозрачно. И много северных городов не имеют исторического центра. Так, может быть, наступило время, чтобы их создать, исторические центры, чтобы они через 50 лет были настоящими, качественными, масштабными, просторными, с хорошей архитектурой, историческими центрами. Почему нет? Давайте создадим. Это зависит только от вас. Да? Это такая хорошая тема, которую надо развивать. А второе, о чем я подумала, значит, то думаю, ладно, это вот одна тема. Вторая тема — это, конечно, пропорция. Что такое строительство, что такое градостроительство, их процентаж, бюджетирование там, и так далее. Да? Это всего лишь от 10 до 20%, ну, в лучшем случае, это прям вот мечты, 20% от стройки. Да? Если мы говорим о неком финансировании и развитии градостроительной документации. Но ведь базовая, если ее нет, то не будет ничего. И исторических центров ни старых, ни новых, да, и никаких новых якорных объектов возникать не будет, и новых там, каких-то дестинаций, да, и мы не сможем организовывать новые ни общественные пространства, ни социальную там, досуговую инфраструктуру, не строить школы и ничего. Собственно, ни дороги, да, если мы говорим о схемах территориального планирования, то это уже вообще космос, да, то туда тоже уже вот никто не дойдет. Поэтому на сегодняшний момент это было в далеком прошлом, не очень сильно работало в ближайшем, вот в ближайшем прошлом, но в настоящем мы опять говорим о том, где наши главные архитекторы. Покажите, да, как выглядит главный архитектор, покажите, как выглядит команда, которая занимается блоком градостроительства и архитектуры. Поэтому все, что касается студенчества, у вас очень большое будущее, и вам надо обязательно понимать значимость профессии. Она такая же, как у врачей. Вы что-то сделали неправильно, и город не будет жить. Да, это вторая тема. Но в итоге у нас проходил с 3 по 5 сентября первый раз в стране форум, посвященный индексу качества городской среды. И вот как раз я подумала, что, наверное, в этой повестке прошлого, настоящего и будущего, города и развитие, индекс качества — это основное, о чем бы я хотела сегодня вам сказать, и как прошел форум. Индекс качества городской среды — это 6 на 6, 36
показателей. Это баллы, которые мы собираем. Это основной показатель высших должностных лиц. Это показатели работы команд, да, муниципалитетов и регионов в целом. Так вот, как раз в связке от градостроительства до конкретных объектов благоустройства или архитектурных, что как не индекс качества показывает, туда ли мы идем, и как нам сохранить, да, то, что мы достигли, и как нам сделать города благоприятными. И благо такая программа есть, ее стартовали 5 лет назад указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, претерпевает в лучшую сторону изменения всегда индекс качества, но на сегодняшний день это уже хороший рабочий инструмент. Если можно, второе видео поставьте, пожалуйста. Улучшение городской среды и повышение качества жизни ее жителей. Несомненно, это основной приоритет работы управленческой команды каждого населенного пункта нашей страны. Главным инструментом оценки работы команд и благоустройства городов является индекс качества городской среды, которому был посвящен международный форум «Север-Юг. Комфортная среда», прошедший с 3 по 5 сентября в Ханты-Мансийске. Красиво не равно комфортно. Комфортно – это когда тебе удобно передвигаться, в пешей доступности у тебя есть рабочее место, у тебя есть объекты социальной инфраструктуры, у тебя есть объекты бытового обслуживания, детские сады, школы. То есть все должно быть комфортно, выходя из дома. То есть ты должен выйти из дома и чувствовать себя дома на улице среди тех людей, где ты живешь. 6 типов городских пространств, оцениваемые по 6 критериям, позволяют выявить не только уровень благоустройства, но и векторы дальнейшего развития в каждом конкретном городе. Показатель здорового тела, да, это температура 36,6. То есть и здесь у нас 36 показателей индекса. Я считаю, что это очень хороший инструмент, который нам поможет видеть свои слабые и сильные стороны, сильные поддерживать или еще улучшать, да, а слабые подтягивать. Организаторами форума стали правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В течение 3 дней работы федеральные эксперты, специалисты в области архитектуры, урбанистики и дизайна, а также представители органов власти 70 городов из 41 региона России поделились опытом модернизации городских пространств и лучшими практиками повышения индекса качества городской среды. Не случайно первый форум, посвященный этому вопросу, прошел именно на Югорской земле. В этом году Югра – лидер индекса в своей размерно-климатической группе. Нам сегодня очень важно, чтобы каждый житель, представитель нашей большой страны, мог в 1117 городах проживать комфортно, безопасно, конечно же, вне зависимости от тех климатических условий, которые у нас есть на севере либо на юге. 11 из 16 или 69% городов в субъекте обладают благоприятной городской средой. Регион традиционно входит в десятку лидеров по рождаемости и комфорту городской среды. В правительстве региона считают, что это результат диалога с гражданами и получения обратной связи. Югорский край уникален, древний, суровый, удивительно красивый. Но самое главное богатство Югры – это люди. В первый день международного форума «Север-Юг. Комфортная среда» в арт-резиденции Ханты-Мансийска состоялась стратегическая молодежная сессия «Индекс качества городской среды. Новые смыслы и новые возможности». 15 спикеров рассказали будущим архитекторам, дизайнерам и строителям о том, какими должны быть современные города, научили формировать их имидж за счет правильного брендинга и видеоконтента, а в конце дня участники сессии перешли от слов к делу. Около 100 молодых авторов из Мархи, Миту Масси, студии архитектуры и дизайна «Фасад» города Москвы, а также школы креативных индустрий города Ханты-Мансийска, центры искусств для одаренных детей Севера и школьников из Шапши объединились под началом известного российского художника и дизайнера Александра Коротича и создали первый в России арт-объект, посвященный индексу качества городской среды. Второй день участники собрались в концертно-театральном центре «Югра Классик». Там представители муниципальных и региональных управленческих команд представили 22 лучшие практики развития индекса качества городской среды. Эксперты отобрали их из 109 заявок и уверены, что в ближайшее время практики смогут перенять коллеги из других регионов России.
первую очередь это учеба. Вот мы смотрели лучшие практики, так нам казалось, что у нас лучшие практики. Смотришь, нет, а вот у них вот где. А вот эту практику я бы попридержал, пока с ней бы выходить на федеральный уровень. А вот это нужно использовать, и это замечательно. Все выступления были распределены на 5 сфер. ЖКХ и стройка, город без пробок, безопасная среда, доступная среда, зеленый город, зеленая инфраструктура, поисково-информационные системы и картографические службы, экономика и социальная сфера, разнообразие функций городских пространств и эффективность управления. Экспертное жюри внимательно следило за защитой всех практик для того, чтобы на следующий день объявить лучших из лучших. Стараниями всех нас с вами не менее важным со временем станет и этот форум индекса качества городской среды. Ведь отклик населения наиболее важен для любого руководителя, и то, что мы обсуждаем и подсказываем всем, поможет вам и руководителям муниципальных органов исполнительной власти, и региональных органов исполнительной власти, поможет вам правильно подбирать объекты для благоустройства для своих населенных пунктов. Форума начался с награждения югорских специалистов ведомственными наградами и благодарственными письмами Минстроя России. А кульминацией деловой программы стала пленарная сессия «Россия. Территория комфорта», на которой губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова отметила успешные практики, реализуемые в регионе, югорский стандарт и карта развития Югры. Делать то и обслуживать то, что на самом деле нужно людям. Карта развития Югры, на ней нанесены больше 700 проектов. Это те проекты, которые заказали люди, по которым сказали люди. Сессия завершилась торжественной церемонией награждения лучших команд, работающих над повышением показателей индекса качества городской среды. Тройка лучших муниципальных команд получила почетные награды Минстроя России и сертификаты номиналом 1 миллион рублей от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Первое место жюри присудило команде Ханты-Мансийска, представившей муниципальную практику «Умные квартиры. Стандарт жизни». Лучшие региональные эксперты назвали практику команды Министерства благоустройства Московской области, эффективное управление, организация работы региона по повышению индекса качества городской среды. За 5 лет работы министерства средний балл индекса качества городской среды в Подмосковье вырос на 11%, с 201 до 224 баллов. Потому что наша страна будет становиться все лучше и краше, а количество городов, комфортных и удобных, из которых не хочется уезжать, а в которые хочется вернуться, будет больше. Трехдневный форум в Ханты-Мансийске стал первым, посвященным индексу качества городской среды. Это инструмент уникальный, с которым необходимо работать не одному министерству строительства, жилищ, коммунального хозяйства, а не бок о бок всем другим профильным направлениям, которые требуют больших усилий для синхронизации нашей работы в целях достижения высшего качества жизни нашего населения. Широкая география форума, вовлеченность региональных и муниципальных команд, а главное, заинтересованность Минстроя России в развитии городов, вселяет уверенность, что Север-Юг «Комфортная среда» станет началом большой серии подобных событий. Ну вот так прошел форум. Мы, конечно, очень ждем студентов Уральского государственного университета в следующем году. Мы заключаем соглашение и ждем на практику. И договорились между вузами Югорским государственным университетом и УРГАХУ. Я надеюсь, что это будет очень значимо для вашего профессионального развития. Это одно. Что хотела, несколько выводов таких уже коротеньких сделать, но очень хочется их озвучить. Я хочу, чтобы мы все не просто помнили, а прям чтобы вот у молодого поколения от зубов отлетало: у нас лучшая градостроительная школа в мире. В мире. Мы учили всех генеральному планированию. Лучше нас никого нет в этом смысле. Поэтому согласны, да, со мной, коллеги. Поэтому сосредоточьтесь, это знамя, которое надо взять и обязательно нести, и делать этот мир лучше, потому что те технологии, то мышление и те информационные потоки, которые сегодня есть,
они должны быть, обязаны быть обозначены в текущей документации, потому что то, что мы строим сегодня, будь то площадка, будь то общественное пространство, будь то здание или сооружение, он будет стоять энное количество лет. Может быть, даже 100, 200, 300. И желательно его сегодня сделать таким, чтобы и через 100 лет, проходя мимо, говорили, вот это сделал такой-то, а построил такой-то девелопер. И чтобы все гордились тем, что сделали, а не просто сдавали квадратные метры. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Виктория Викторовна. Вопросы, может быть, есть из зала, дискуссионные? Пожалуйста. Алло, алло. Здравствуйте. Вот вы вначале говорили про исторические центры городов. И это ведь большая проблема не только для городов Сибири, а в принципе по России. И мне бы вот хотелось знать, как вы вообще видите развитие центров. То есть больше в прошлое уходить или наоборот что-то новое создавать, чтобы в будущем у нас становилось как-то? Ну, если честно, то вопрос, конечно, такой каверзный и очень правильный. Поэтому спасибо большое. Я считаю всегда, что надо сохранять тот историзм, который есть, ту идентичность обязательно, не уходить в глобализацию. Но никто не отменял создание новых центров притяжения и новых центров. То есть у нас сегодня есть совсем другие и инженерные возможности, и конструктивные, и материалы, и технологии. И это грех будет большой, если мы не будем использовать при создании новых центров. Хорошо ли сити, то есть в нарушение всего, что только можно, хорошо это или плохо, да? Но кому-то нравится жить на сотом этаже, а кому-то нравится жить, извините, в частном доме ИЖС. Поэтому должно быть и то, и другое. Но должно быть пропорционально, равномерно. И кто сказал, что у города не может быть двух центров? Может? Может. Мы видим примеры создания новых центров и сити в Москве, и территория вокруг Лахты, да, это старая деревня в Петербурге, которая развивается активно, и молодежь туда заселяется. То есть я сейчас привела примеры крупных городов, да, миллионников, но в принципе… В принципе, это возможно. Поэтому я считаю, что было бы неплохо создать какой-то новый архитектурный стиль, да, который был бы значим и через 100, 200, 300 лет. Но сохранив идентичность, сохранив историзм, сохранив ту масштабность, которая заложена нашими предками. Ведь у нас очень масштабно, много воздуха, много простора. Посмотрите на градостроительные планы городов старые. Ты заходишь, и у тебя такой воздух, у тебя полет. Да? Поэтому очень много творческих, креативных людей рождалось, потому что очень сильно среда влияет и на менталитет, да, и на развитие, и на вообще мышление, стремление и взгляд в будущее. Ответила? Спасибо. Применительно к теме нашего сегодняшнего, да, собрания сессии, надо сказать, что не так давно никто не представлял себе, что на широтах Ханты-Мансийска можно жить долго и городами. Да, и счастливо, самое главное. Оказывается, возможно. И если прошлое представление мы только что произнесли, настоящее увидели на экране, то каким же будет будущее? Я думаю, что оно лучезарное, еще более счастливое. Давайте еще раз поблагодарим Викторию Викторовну за прекрасное выступление. И хочу передать слово Ольге Александровне Шипицыной. Раз, раз. Добрый день. Так, сейчас, извините, сориентируйтесь. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается доклад «Технические процессы в архитектуре Екатеринбурга конца XIX – начала XXI века». Если мы
в общем, находясь в теме нашей сессии «Город как прошлое, настоящее, будущее», мы хотим, я хочу в своем докладе связать в закономерности, которые показывают, чтобы понять, что происходит с архитектурой города в настоящем, необходимо и что будет с ним в будущем, необходимо изучить, что было в прошлом. Многие вещи, которые нам непонятны или которые кажется, что они не были никогда, на самом деле случались, особенно в городах. И, соответственно, если мы обратимся к настоящему городу Екатеринбурга, мы видим, сегодня уже это поднималось, что исторический центр начинает меняться, он интересен для инвесторов, застраиваются исторические территории, и иногда, собственно, необходимо, сносятся какие-то памятники, застраивают парки. Все это процесс естественный, который будет всегда связан с ростом города. Другой вопрос, насколько можно это предвидеть и разработать такую стратегию развития города, чтобы все-таки те точки развития его не уходили, и чтобы все-таки историческая часть в городе она сохранялась, приспосабливаясь под новые нужды. Поэтому возникает вопрос, а что же, собственно, были такие ситуации в прошлом, и насколько изучение этого прошлого помогает нам понять, что будет в будущем. Поэтому с моим аспирантом мы провели исследование именно по динамических процентов развития города Екатеринбурга на предмет изучения, каким же образом город развивался, есть ли такие какие-то периоды, которые показывают изменения качества деятельности архитектора под влиянием внешних условий, и что может быть заимствовано современным архитектором для того, чтобы мы представляли, чтобы мы работали в русле с тенденцией города. Изучение было проведено на примере одного века. Это значит, соответственно, конец 19-го, начало 21 века. Это чуть больше 100 лет. Изучение материала, который я сейчас вам представлю, здесь вот как бы показалось, что на самом деле существует 4 хронологических периода по изменению архитектурной деятельности, по реорганизации архитектурно-планировочной структуры города. Причем в каждом из периодов существует 2 этапа. Первый этап отличается относительно устойчивым развитием архитектуры, а второй этап нестабильностью определенной, присутствием хаотических изменений и даже иногда кризисных. Но пугаться этого не стоит, потому что иногда через эти точки бифургации проходят все города, что позволяет нам двигаться к новому и получать какие-то новые качества, которые на предыдущем периоде были не выражены. Сейчас мы просто последовательно пойдем с вами по этим периодам. Итак, первый, я забыла сказать, что вот эта схема сделана моим аспирантом Александром Маргушиным, который, в принципе, свел все этапы развития города Екатеринбурга за 100 лет вот такую вот и показал точки перехода, изменения архитектурной деятельности под влияние внешних и внутренних факторов. Значит, соответственно, первый период – это конец 19-го, начало 1930-х годов. Чем характеризуется этот этап? Это период, соответственно, первый этап наиболее устойчивого развития. Это он характеризуется, конец 19-го, начало 20 века, характеризуется довольно устойчивым развитием архитектурно-планировочной структуры города. При некотором накоплении хаотических изменений это касается периода эклектики, где мы имели в застройке города разные по типу и стилю объекты. Поэтому, если мы характеризуем этот период, то следует понять, что да, эклектичные изменения были, да, мы получили разные объекты, но к началу 20 века, к концу 19 века, был реализован план, в принципе, 1845 года, генеральный план, и мы получили, на самом деле, градостроительный ансамбль, который был связан с наличием в структуре города Екатеринбурга доминантных объектов крупных площадей храмовых и торговых,
каждая из этих площадей она была сфокусирована каким-то доминантным объектом. В частности, была выстроена система вот этих доминант относительно главной оси. Вот сейчас Александр Владимирович показывал ось, которая соединяет, значит, Уралмаш и исторический центр города. Так вот, в принципе, это главная ось, которая формируется перпендикулярно плотине вдоль реки. И она была продлена как раз в сторону Уралмаша. Так вот, вдоль этого всего растительный ансамбль раз формировался вдоль вот этой вот поймы реки Исети. И мы имели четко, вот, судя по картинам, по фотографиям, которые я предлагаю конца 19 века, там видно, что довольно низкая застройка. И вот эти вот доминанты, которые формируют панораму города. Если мы говорим о периоде, об этапе начала века, 1920-1930 годы, здесь мы говорим о определенной неустойчивости и напряженности в архитектурно-планировочной структуре Екатеринбурга, которые связаны с рядом кардинальных изменений, которые случились именно в этот период. Это, во-первых, появление больших комплексов, изменение масштабности исторического центра и снос главных доминант, то есть храмовых объектов Екатеринбурга. То есть, в принципе, то, что нарабатывалось в течение предыдущего века, оно было изменено. Замены не было найдено. И плюс ко всему город получил совершенно другой масштаб. Вот здесь вы видите как раз, что первая фотография – это гостиница и сеть, почувствуйте разницу, называется. Сейчас мы говорим о том, что у нас высокие здания, но вот, в принципе, строительство гостиницы и сеть, это примерно было то же самое, что там, не знаю, конечно, несопоставимое, построенные Высоцкие, которые сейчас есть. Кроме того, здания были крупные, они фактически изменили исторический центр. Поэтому с этим надо было не то, что смириться, но привыкнуть. Поэтому мы поэтому и считаем, что это период такой неустойчивый, может быть, даже кризисный. Но любой кризис, как мы знаем, он формирует на самом деле будущее развитие. Поэтому мы имеем уже сразу второй период, когда наступает определенная относительная цельность и устойчивость, связанная с тем, что имеющиеся в тот период два стиля, которые, в принципе, не то что дополняли друг друга, но логически связывались и были в определенном диалоге, они сформировали тот город, который мы, в принципе, долгое время, в котором мы жили. То есть мы здесь приведены примеры, значит, города Екатеринбурга, это штаб Уральского военного округа, построенный в неоклассицизме, и окружной дом офицеров, который, в принципе, был начат как конструктивистское здание, закончен как неоклассическое. И, в принципе, если мы говорим про довоенные годы, то именно архитектура, она вполне увязывалась, при том, что, конечно, были катаклизмы и запрещали конструктивизм, но, тем не менее, мы получили какое-то связанное единство именно в том ключе, которое было заложено в начале 20-х годов 20 века. То, что касается послевоенного Екатеринбурга, естественно, он находился в тенденциях развития всей архитектуры нашей страны. И здесь важно понимать, что были построены ряд крупных комплексов улиц. Например, вот здесь приведена фотография улицы Свердлова, которая была построена как единовременно созданный архитектурный ансамбль и формировал, в принципе, архитектуру города Екатеринбурга того времени. Следующее, мы переходим, опять же, к кризисному этапу второго периода. То, что касается наших изменений в 1954 году, именно принципа проектирования, перехода на функционализм, или сейчас это называется советским модернизмом. То есть город Екатеринбург, во-первых, он стал расти в связи с тем, что появились новые районы. Во-вторых, он сформировал, соответственно, появились новые объекты, унифицированные, стандартизированные. Поэтому здесь в архитектурной практике отмечается, во-первых, борьба с излишествами, что было характерно после 1954 года. А с другой стороны, мы имеем совершенно другую застройку, неофункциональную, либо модернистскую. И это все наложило отпечаток все-таки на архитектуру города. Мы получили город значительно крупнее, больше и воспринимаемый чаще всего. Извините. Чаще всего людьми, как центр – это город, а периферия – это уже как бы не совсем и город. Как исторический центр всегда считался как центральное, как именно восприятие, как город, который необходимо приехать и отдохнуть.
Дальше у нас есть, значит, мы приходим к третьему периоду. И здесь, естественно, возникает, опять же, на фоне изменений, которые были в начале 60-х годов, город начинается застраиваться в доктрине уже советского модернизма. Соответственно, изменилось отношение к городской структуре, начинает восприниматься город как единое целое, благодаря которой, в принципе, идет разговор о формировании архитектурных, крупных архитектурных ансамблей. И в этот же период, в 70-е годы, формируется новый город, генеральный план города Екатеринбурга. Что характерно именно для этого этапа? Характерно то, что существуют два направления развития жилой застройки. С одной стороны, или вообще делится с одной стороны на застройку индустриальных районов и какую-то оптимизацию, привлечение какой-то архитектурных значимости этих объектов. А с другой стороны, в этот же период, 70-е годы, начинает формироваться средовой подход к архитектуре и начинает задумываться о ценности и значимости исторической застройки, то есть сохранению этой среды. Вот здесь в центре моего слайда вы можете увидеть исторический сквер города Екатеринбурга. Уникальное место, которое показывает как бы две вот эти тенденции вместе. С одной стороны, для эту территорию решили зачистить и сделать ее современной, а с другой стороны, и решили оставить часть исторических корпусов и зафиксировать эту территорию как исторически ценное место, место основания города. На самом деле, в итоге получилась уникальная ситуация. Впервые в России в 1973 году было перепрофилировано индустриальное наследие на основе комплексной застройки. То есть мы сохраняли вообще памятники промышленности, с одной стороны, и формировали из них новые центры. Это было 50 лет назад, и, соответственно, мы тут в городе Екатеринбурге молодцы, так скажем. Вот. Надежда Сергеевна нам расскажет про исторический центр. Да? Вот, значит, соответственно, дальше у нас идет второй этап третьего периода, и мы говорим о том, что да, этот период кризисный. Почему? Во-первых, меняется экономика, меняется ситуация с ролью архитектора, увеличивается, происходит, значит, то, что связано с зачисткой города, зачистка исторической среды, сноса, застройки, например, территории набережной рабочей молодежи, когда в этом месте начинают сносить здания для новой застройки. В этот же период строятся известные здания, это театр драмы, это ТЮЗ, это цирк, административные различные здания. То есть город растет, город находится в тех характеристиках, которые были раньше, но мы чувствуем, что в принципе вот этот вот элемент сохранения наследия, он тоже не совсем соблюдается. Поэтому с точки зрения этого мы говорим о кризисе определенном. И последний, четвертый этап, это фактически настоящее время, это конец 90-х годов 20 века, начало 21 века. И, в принципе, можно признать этот период довольно устойчивым. Почему? Потому что возобновилась строительная деятельность, и появились новые элементы эклектики, когда стали застраивать, в частности, город Екатеринбург объектами в стиле историзма, постмодернизма. То есть как бы появилась у архитекторов возможность выбирать, как проектировать. Это тоже очень важный момент, потому что мы получили разнообразную среду. Вот. И это тоже плюс для того, чтобы, собственно, понимать, что происходило в этот период. И последний, второй, вот это же настоящее время, то, что мы имеем. Мы говорим, что да, здесь вот он кризисный сейчас, нас нарастает напряженность, возникает хаотичность, опять же повышается масштаб объектов, появляются архитектурные объекты, которые не подходят для архитектуры современной, благодаря масштабу и каким-то урегулированному масштабу и форме, мы, в принципе, имеем ситуацию, опять же, напряженностью, которая была характерна для начала 20-х годов 20 века.
Иногда, когда меня спрашивают, а что же происходит с Екатеринбургом, я всегда отвечаю, что в принципе происходят закономерные процессы. На самом деле есть такая определенная, с точки зрения теории, определенная идея или концепция о том, что в середине, вторую половину века архитекторы занимаются формотворчеством, чем формируют определенную, вносят диссонанс, потому что у них голова занята именно формированием архитектуры объектов. А в первую половину века градостроители решают проблемы, которые сделали архитектор в конце определенного века. Поэтому эта тенденция, она формируется. Последняя половина века для архитекторов, первая половина для градостроителей. Поэтому, если мы будем понимать, что, собственно, надо делать, то, соответственно, мы поймем... Ольга Александровна, перебрала, время на вопросы. Да. Оставьте и следующему выступающему. Ага, три секунды осталось. Ну, в общем, в итоге вот была сделана вот такая схема, которая показывает, что развитие происходит не монотонно, а происходит все-таки в каких-то циклах. И вот эти вот циклы уменьшаются, и в 20 веке мы имеем очень динамическое развитие города Екатеринбурга. Ну вот, в принципе, это самые те особенности, можете сфотографировать, но важно понимать, что особенности, выявлены определенные особенности процесса архитектурно-планировочного развития Екатеринбурга, они заключаются, во-первых, то, что я частично уже сказала, что планировочное развитие происходит по периодам, что есть период устойчивого развития, период кризисного, но кризис порождает новые качества, что архитектор проектирует либо форму, либо план, и это тоже влияет на развитие города. И что каждый раз, когда мы начинаем реорганизовывать архитектуру, то надо думать о том, что нам и сложнее внедряться в город, поскольку он, собственно, нет просто места уплотнения уже, поэтому следует искать другие качества. Ну и последние два утверждения, которые показывают, как развивается город Екатеринбург, это то, что есть определенные... Мы должны научиться проектировать так, чтобы, собственно, эти наши действия не породили новые проблемы для города. Последний слайд показываю. Заключается в следующем. Мы говорим о том, что город Екатеринбург развивался, впадая в кризисное состояние, либо приводя его в какое-то равновесие. Важно понимать, что необходимо создавать такой метод, я его называю ансамблевым методом проектирования, либо методом, основанным на ансамблевом мышлении, который позволяет нам не просто строить отдельные объекты штучные, а все-таки встраивать в систему существующих раньше территорий. Ну вот я тут привела последнее, что скажу, провела две площади, которые сформировались в 20 веке в Екатеринбурге. Это площадь Советской армии, которая формировалась лет 80, и совсем новая площадь, Октябрьская площадь, которая формировалась 40 лет или 35. Соответственно, все они формировались на диалоге с теми людьми, которые раньше здесь проектировали. В диалоге проектировать современно, с точки зрения мышления, это контекста проектировать современно, важно построить любое контрастное или нюансное здание. Но если оно будет встроено в существующее пространство, ансамблем понято, тогда мы получим не отдельное стоящее здание все-таки, а получим именно ансамбли, комплексы, которые будут комфортно для человека. Все вроде. Спасибо. Ольга Александровна, спасибо огромное. Давайте поблагодарим. И, пожалуйста, вопросы дискуссионного характера. Пожалуйста. Давайте. Елена Валентиновна. Спасибо большое. Директор Музея архитектуры и дизайна Уральского государственного государственного университета Штубова Елена Валентиновна. Скажите, пожалуйста, вот два вопроса у меня коротких, но, мне кажется, вопросы, которые по существу вашего доклада. Второй период, да, по-моему, 30-е, 60-е да. годы. Он настолько объединяет противоположные динамические процессы. Да. С одной стороны, авангард, с другой стороны, это советская неоклассика. Почему вы все-таки 30-е и 60-е годы называете одним периодом, не разделяете его? Это первый вопрос. Угу. А второй вопрос по последнему периоду, по четвертому периоду.
все-таки 90-е годы, как вы говорите, это период устойчивого развития, а современный период – это период кризиса неустойчивого развития, не наоборот? Значит, то, что касается 30-х, 60-х годов, разговор идет о том, что на самом деле конструктивизм и классицизм в этот период, неоклассицизм, они на самом деле не то что дружили, но они работали с тем же самым масштабом, что и то есть отличным от периода до 30-х годов. То есть застройка города, она шла комплексно, просто в стилистике она брала различно. То есть если мы говорим о периоде 30-х годов до военной, то здесь понятно, что было начало конструктивистское, но потом оно стало не классическое. Но застройка была все равно комплексная, в отличие от того, что было до этого. Поэтому объединяем. А второй момент, когда был чистый неоклассицизм, когда уже развитие опять же шло ансамблевым образом. Хотя, конечно, конструктивисты открещивались от истории, да, говорили, что мы сделаем новое, авангард. Тот же самый Гедеон Зицрит, он утверждал, что всегда все, что касается функционализма, оно четко коррелирует с авангардом, потому что идеи вечного мира заложены там тоже. И вот этот вот парадокс вроде как конструктивизм, классицизм, тем не менее, они находятся в диалоге. Даже в этот момент, что характерно для Екатеринбурга, наличие вот этих вот фундамента конструктивистского, а завершения классического, оно дает вот нам говорить о том, что именно комплексная застройка в одном масштабе, поэтому мы объединили это в единый комплекс. То, что касается периода конца современного, вопрос заключается в чем? Что период начала, то есть это 90-е годы, почему мы поставили его в равновесное состояние? Потому что там был относительный рост, и там в архитектуру стали включаться объекты, которые уходили от стандартизации. Появление элементов нового направления исследования, появление заказов на архитектуру. Сейчас вопрос идет о том, что, почему сейчас кризис. Потому что мы на самом деле на выходе из кризиса, потому что идет активный поиск решений градостроительных вопросов, поиск градостроительных приемов решения назревших вопросов. Когда мы говорим, что вот на исходе находится генеральный план города Екатеринбурга до 2025 года, и пришло время просто формировать новый план, который бы снял все вот эти вот наработанные вещи архитекторам и дал новый толчок в развитии города. Поэтому, когда заканчивается любой генеральный план, действие его, соответственно, возникает потребность, такая точка перехода. Здесь еще важно понимать следующее, что... Ольга Александровна, я могу дальше. Ответ получен на вопрос. И я хотел бы, значит, да, поблагодарить вас еще раз и предоставить слово Надежде Николаевне Бурлаковой-Елизаровой с замечательным, интересным сообщением. Пожалуйста. Надежда Николаевна, Елизарова Бурлакова, если что. Спасибо огромное за приглашение. И на докладе Ольги Александровны я поняла, что нам кафедрами-то надо как-то плотнее дружить, потому что у нас параллельные исследования, которые могут друг друга обогатить очень сильно. Ну ладно, тема моего доклада, мне кажется, как-то очень логично, благодаря нашему модератору, заканчивает нашу секцию. И поговорим мы о том, что у нас называется сейчас исторический сквер. Ну вообще исторический центр города. Каждый раз, когда мы этот термин слышим, что у нас возникает в голове? Руины, торжественные руины. Может быть. Может быть, музеифицированные пространства. Может быть, еще третий вариант, когда, например, какие? Вариантов может быть на самом деле много. А что у нас в Екатеринбурге? Те, кто из Екатеринбурга, прекрасно знают наш исторический сквер. И пару лет назад, когда мы вдруг поняли, что совсем скоро Екатеринбург будет условно 300 лет, условность этой даты мы все прекрасно понимаем, но 300-летие предстояло. Мы с коллегой озадачились созданием такого исследования, которое было бы посвящено тому, как менялся наш центр города с момента его основания. Не 1723 год, а чуть-чуть пораньше. И возникла совершенно интересная ситуация, когда мы поняли, что вроде бы 300 лет совсем скоро. Книжек огромное количество, фотографий, исследований, планов много. Но единого материала, который бы собирал все это воедино, к сожалению, не обнаружили мы. Может быть, плохо копали.
Но результатом стала наша магистерская работа, и у меня сейчас ощущение, что я второй раз ее буду защищать. Мы с Екатериной Сергеевной Котловой провели тщательный анализ порядка 60 источников, было на самом деле больше, но они все упираются в основные ключевые. Обработали не менее 500 фотокарточек, чертежей, планов и тому подобное, в чем нам бесконечно помог наш Музей архитектуры и дизайна. И в итоге мы создали схему, которая отражает вот такие ключевые 6 этапов застройки того, что мы сейчас называем историческим сквером. То есть это квартал в рамках Ленина, Малышева, Воеводина и Горького. И появилась совершенно изумительная картинка, в которой мы, во-первых, смогли понять логику, как же развивалась эта территория. А во-вторых, благодаря Екатерине Сергеевне мы создали визуализацию каждого этапа, что тоже, как ни странно, на сегодняшний момент отсутствует, ну, собственно, в нашем научном обороте. Ну и с точки зрения литературы, вот здесь, надеюсь, достаточно хорошо видно фамилии, то есть ключевые исследования, посвященные истории города и застройки исторического сквера, их на самом деле немного. То есть порядка 30 исследователей, среди которых и Михаил Вендимович Голобородский, который только что здесь присутствовал, и другие наши преподаватели и из прошлого, и из настоящего. И, в общем-то, что у нас получилось? Получилось у нас следующее. То есть базовые 6 этапов, которые все оказались завязаны на ключевые, так скажем, экономические события, экономическую ситуацию в городе и в регионе. Поэтому вот эту схему можно привести не только к логическим этапам хронологическим, но и к этапам, которые соответствуют деятельности предприятий, которые существовали на территории исторического сквера. Ну, мы знаем, что, например, период расцвета, второй этап, я его так и назвала, монетный двор, потому что все, что было здесь связано с происходящим с точки зрения архитектуры, это объединение комплекса в единое пространство. Говорим спасибо Михаилу Павловичу Малахову и последующим архитекторам. И, собственно, благодаря тому, что именно этот облик сохранился на картинах, в конце XIX века он появился на фотокарточках, для нас с вами в исторической памяти, собственно, исторический сквер, то, что на его месте было, это как раз уже малаховский образ. Но реально мы понимаем, что кое-что было уже и до этого. Ну, у меня много картинок, но я не буду их показывать, потому что иначе у нас не останется время пообщаться и поблагодарить всех спикеров. Поэтому я очень быстро покажу часть материалов. То есть первый этап, который, естественно, изучен лучше всего, потому что трансформация нашего центра города как предмет изучения объекта исследований стала очень актуальна уже в 1920-х годах, когда в рамках проекта «Большой Свердловск» планировалось... Сначала ставился вопрос, а что же делать с нашим историческим наследием, которое к 1920 годам представляло из себя, так скажем, унылое зрелище. И уже в рамках Большого Свердловска начались исследования и изучения, и, собственно, массив информации о первом этапе, он у нас достаточно большой. Ну и здесь, конечно, вспомним чертежи, которые попали в абрисы Дегенина. Ну ладно, было достаточно много небольших, но очень приятных открытий. Например, мы поняли, что первую визуальную реконструкцию Екатеринбургского завода сделал не кто-нибудь, а Николай Борисович Бакланов. Это человек, который в 30-х годах готовил первое издание абрисов Дегенина и параллельно написал свою книгу, посвященную технологическим процессам на металлургических заводах Урала. И в этой книге, совершенно вроде бы параллельной, он создает реконструкцию нашего города. Еще несколько интересных моментов были. Естественно, прекрасные материалы Балабанова, это его диссертация, опять же, диссертационный фонд нашего музея. И на ее базе как бы идет очень большое количество копирований, по которым создается визуализация сегодня исторического сквера. Ну, очень много интересных картинок. Можно рассказывать бесконечно. То есть у нас только в магистерскую работу вошло 110 иллюстраций. Ну и остальные этапы задерживаться на них не буду. Единственное, отмечу, что, конечно, 19-20 века — это уже время фотографии, это время чертежей, это время планов генеральных, в том числе Екатеринбурга. Соответственно, посмотреть на трансформацию исторического сквера, в кавычках то, что мы сейчас называем историческим сквером, мы можем. Все этапы выделены. Вот еще одно небольшое наше открытие. Это обложка одной из книг, которая публиковалась в 1808 году. Бумажный экземпляр в Екатеринбурге и на Урале мы найти не смогли, но коллеги из РГБ предоставили прекрасную цифровую версию. И здесь тоже мы видим визуализацию Екатеринбурга на самое начало XIX века.
Время Малахова и последующих архитекторов дало нам огромное количество чертежей, которые тоже дают возможность представить, а как выглядел Екатеринбург. Ну и, собственно, конец 19-го и начало 20 века — это та самая выставка, которая сохранила для нас не только планы, но и фотокарточки. Выставка 87-го года, которая активизировала Екатеринбург. Ну, дальше рассказывать подробно не буду. Если кому-то интересно, это все в разрозненном виде есть в интернетиках, есть в разных самых книжках и есть в нашей магистерской диссертации, которая... Чем все это закончится, я на последнем слайде скажу. Ну, очень хотелось бы отметить этап начала 20 века, потому что к 20-м годам действительно удручающее состояние этих территорий было. Были предположения вот в рамках Большого Свердловска, что эту площадь полностью освобождают под рекреационные задачи. Но в 30-е годы не успели это сделать, потому что Уральская область нечаянно закончилась. Потом началась Вторая мировая война. На эту территорию переехали заводы эвакуированные. И, собственно, всем планам оказалось быть несбывшимся. В 50-х годах начинается совершенно другая история, когда предприятия выезжают, начинаются совсем заброшки и появляются проекты. Один из первых проектов — это проект Домбровского. И, соответственно, здесь тоже идет развитие истории, как облагородить эту территорию, к сожалению, уничтожив то, что на ней есть. Специально поставила эту картинку, потому что, чтобы мы понимали, как в конце 40-х годов выглядела там территория исторического сквера. Ну и что будет дальше? Прекрасные проекты, но к чему они приведут? К пустой территории, к созданию музеифицированных пространств или к чему-то другому? Прогуляемся по плотинке и увидим. Проект, который в итоге был практически полностью реализован, в нем самые значимые, наверное, персонажи уже советской истории Екатеринбурга, Свердловска отмечены. Ну и то, что получилось, мы с вами знаем. Проект был реализован не без сложности. Об этом можно говорить бесконечно, и у Музея архитектуры и дизайна есть прекрасный небольшой сайтик, который отражает как раз все эти пертурбации. Ну, справа, я думаю, что вы узнаете, это та площадка, которая сейчас является Музеем архитектуры и дизайна. Начало 80-х годов, и мы получаем тот результат, который у нас с вами есть сейчас. Так что, что мы с вами в итоге получили? К чему привела трансформация нашего исторического сквера? Ну, об этом можно тоже говорить долго. Единственное, я очень надеюсь, что в том числе для тех, кто присутствует здесь и сейчас, для студентов архитектурного университета, это наше исследование, оно станет своеобразной такой подсказкой, потому что, увы, сейчас очень много дебатов было к 300-летию города, и они продолжаются. А какой же должна быть вот сердце нашего города? Есть очень много идей, как это можно представить, и мы тоже над этим работаем. А я для, так скажем, для полемики, чтобы нам не скучно было с вами расставаться, ставлю с одной стороны вот такой слайд, в котором... Есть много букв из книжки 2016 года, в которой, собственно, автор великолепного издания «О махинах горнозаводского Урала» приводит свою мысль о том, что от исторического завода, от исторической ценности практически ничего не осталось. Зачитывать не буду, все грамотные, все читающие, но напомню, при том, что сохранено якобы немного, мы должны понимать, что у нас на территории исторического сквера не менее 16 объектов культурного наследия. И, может быть, это наша с вами вина, опять же, как людей, причастных к градообразованию, к тому, чтобы мы могли бы актуализировать эту историческую память, мы до сих пор этого не сделали. Насыщенность этого квартала ОКНами крайне велика. А то, что, например, гости города не понимают, где здесь находился старый Екатеринбургский завод и монетный двор, это наша с вами ошибка, и мы ее должны исправить. Ну и, собственно, что будет дальше? Работаем над проектами визуализации, то есть как минимум с минимальным внедрением в городскую ткань. Почему с руинами античности можно делать такие проекты, а нам нельзя? На самом деле можно, и мы над этим работаем. Есть перспектива, что в следующем году с опозданием на год, надо было это сделать к дню города, появится книга на основании наших материалов. И на этом я хотела бы закончить. Ну, видимо, будут вопросы. Все устали. Пожалуйста. Вот-вот. Нет, не устали. Я вижу, у кого-то огонек в глазах только проснулся. Пожалуйста, ребят. Я студент первого курса, и вот мы недавно писали проект по юго-восточным городам. И то есть, ну, я чуть-чуть ознакомлялся с в целом историей
Екатеринбургского завода. И мне вот с самого начала было интересно, почему-то я нигде этого так и не нашел, хотя преподаватели вроде бы меня вроде ответили на вопрос, но все равно хочу уточнить у вас. Вы явно больше об этом знаете. Спасибо. На всех вот исторических реконструкциях, имеется в виду самого раннего периода Екатеринбургского завода, существуют каменные защитные укрепления. Ну, то есть такие в виде звезды, такой вот, существовали ли они реально? На первом этапе установления Екатеринбурга города-завода у нас каменных сооружений не было вообще. Первое каменное здание у нас зашито в музее ИЗО, и это 1739 год. Почему не было каменной постройки? Потому что Великий Петр в 1709 году запретил каменное строительство на территории, собственно, государства. И первые предпосылки, собственно, нарушить этот закон, хотя Петр скончался еще в 1725, это конец 30-х. Поэтому у нас весь центральный, весь центр Екатеринбурга, то, что в рамках крепости, это были фахверковые постройки, а то, что по периметру, это земляные валы и рогатки, ну, из дерева. То есть камня у нас не было. Потом перестройка была площадей вокруг завода. Это как раз уже малаховская история, когда крепость, это уже не крепость, это уже как бы парадные ворота со стенами, которые заключали сам завод. Вот. Вот. Больше нет вопросов? Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день. Очень приятно слушать такой прекрасный доклад. Интересуюсь, а есть подземные ходы? Потому что мне говорят, что есть. Я думаю, на этот вопрос прекрасно мог бы ответить господин Слукин, которого, к сожалению, с нами нет. Или Елена Валентиновна. Елена Валентиновна, есть подземные ходы? В историческом сквере точно нет. И материалы, с которыми мы работали, нет. Да, которые мы не можем вам выдать сейчас. А, так, ладно, я запомню. Ну все, все, больше нет вопросов. Спасибо огромное, очень рады были вас видеть. Ну что ж, мы уложились во время, услышав замечательные доклады, и я хотел бы поблагодарить всех, кто нашел время поприсутствовать на нашей сегодняшней сессии, особенно спикеров, ну и всех других, и студентов, и преподавателей, и представителей СНИИПа, Минстроя, вот, и представителей Российской академии архитектуры и строительных наук, и Российской академии художеств. То есть все с нами, статус нашего собрания сегодняшнего очень и очень высок. Благодарим вас. До новых встреч. Надежда Николаевна, у вас еще какие-то есть сообщения? Нет? Все. Спасибо огромное. До свидания.